Всем привет! Сегодня мы будем играть в Angry King, но не просто так. Я вам покажу баг на невидимость, да, я его нашел совершенно случайно, когда играл с випкой. В общем, работает этот баг на любом из уровней, но мне самый приятный уровень — это потрясный полет. Он самый лучший, как по мне. В общем, сейчас покажу, в чем заключается этот баг. Давай, загружайся уже быстрее. Игра. В общем, нам нужен вообще совершенно любой охранник этого короля, этого Кёнга. В общем, давайте даже вот тут, например, вот тут даже есть этот охранник. Смотрите, мы к нему подходим, он нас палит. Вот. Видите, нас в сторону откинуло. Все. Баг сработан. То есть, вы поняли, подходите к нему, он вас палит, валите его мылом, и чтобы вот так вот вас в сторону дернуло. И все вас... Никто не будет видеть. Но только баг этот не совсем работает. Видите, Кинг нас вообще не палит, но он нас видит. Он нас видит. Он за нами будет ходить вот таким вот медленным шагом. Видите, он развернулся. Но нас никто не палит, его злость не растет. Но этот баг только работает единожды. Не смейте вот в этой же игре делать его второй раз. Потому что это не сработает. Это разбагует наоборот. И не забагуется больше никогда. Только после выхода игры. Так, из игры, точнее. Ну, в общем, вот наш Кинг. Только вот я не знаю. Может наш Энзо спалить? Вот только... Ваша задача не подходить ни к кому. Не подходите просто ни к кому. Потому что я пока не знаю, может ли нас в таком виде спалить Страж. Ну, хотя... Не знаю. Вот наш Кинг. Видите, он просто ходит. Он просто ходит, никого у нас не палит, ничего вообще не происходит. Поэтому мы пока пойдем погуляем тут. Надо Каркарыча найти, а то он мне будет полезен. Вот так и сразу ему и не найдешь. Он так-то сидит, не пойми где. Но стражи нас, по сути, не могут видеть. Потому что это баг на невидимость. В общем, круто. Давайте проверим, могут ли нас видеть стражи. Подойдем к этому стражу со спины. Если что не так, у меня випка, мы можем его отогнать. Отсюда он нас поймать никаким образом, никоим не должен. Так. Спалили себе ноги. Ой. Все. Теперь ждем, пока он проснется. Если он нас спалит, он на нас побежит. Если он нас не спалит, он будет дальше спать. Давайте это проверим. Ждем. Как я не люблю ждать. Давай. Респавнится. Короче, у него там вроде таймер был 30 сек. Сейчас проверим. Так, вот, он уже просыпается. Спалит, нет? Ну, в принципе, как я и ожидал. Да, стражи вас тоже не видят. Ой, держитесь подальше. Ой, он вообще теперь голову свесил. Ну, в принципе, баг рабочий, но не совсем. Так как Кинг вас может видеть. И если слишком близко к Кингу пойти, подойти, он вас поймает. Да. Ой, да ну, что такое? Я же даже не спрыгивал. Ой, наверное, после того, как вы падаете, наверное, тоже разбаговывается, похоже. Ой-ой-ой, страж. Страж, что тебе надо? Я тебя мылом закидаю. У меня есть дофига мыла. Помойтесь лучше, чем на меня охотиться. Все, баг разбаговался. Да то что не делайте лишних ошибок, иначе, ну, Кинг вам этого не простит. Все, все норм. Проверяем, можно ли его сделать еще раз. Нет, надо еще раз к тому же стражу, наверное, идти.
Блин. Давайте к тому стражу пойдем. И проверим. Сработает ли бак еще раз? О, буква К. Спасибо. Все, в сторону меня дернуло. Значит, бак сработал. Сейчас про... Нет, бак не сработал. Кёнг, давай уходи. Как? Каким образом? Через что? Откуда меня побегут, интересно? А, ну вот этих стражей нет, значит, он уже где-то что-то бежит. Что-то ко мне зачем-то. В принципе, все. Пам-пам-парам. Где Кёнг? Все. Тревогу бить некому, то страж сейчас очнется, блин, оклемается. А, не, это не тот страж. Все, подходим к нему. Все. Должно было сработать. Хотя в сторону меня не кинуло. Поэтому идем к тому стражу. Кто что где обнаружил. Да, в принципе, никто ничего нигде. Проверяем. Все. В сторону меня откинуло. Проверяем. Увидит ли меня Кинг. Кинг меня не видит. Проверим это более наглядно. Все, бак работает. Хоть бы сейчас не упал, а то будет обидно. Ну? Ой-ой-ой, а чё это он так бежит за мной? А, ну хотя, в принципе, он идет за мной. Ему поплохело. Не трогайте стражи, они вас тоже не достанут. Кинг у нас тут. Был. Чё, кого, где? Я чуть не понял, где Кинг? Где оно? Ну, в общем, вы поняли, как работает баг. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока, ждите новых роликов.